Einar stann í því að þegar ég var niður gammal nokkuð drakið mig. Готово. А, пиявки пустили кровь. Удалось узнать имя? Фридесвида, монахиня. Что? Фридесвида? Не может быть, она святая. Целительница и... Ха, боги! Еще один кирпич в стене бед. Кирпич в стене бед, это точно. Когда я пришел, она рубила Регну на мясо. Что? Ты знал ее? Не просто знал. Я как-то чуть не остался без ноги. Сестра меня спасла. Нога как новенькая. Теперь все пойдет прахом. Мы вернемся к учению о гуморах. Вот зачем я это. Чтобы узнавать тайны плоти, спасать жизни. И губить их. Может, она лишилась рассудка? Не все в этой жизни решается бескровно. Да, верно. Уж я-то знаю не понаслышке. И несу это бремя. Здесь есть все. Все ее идеи и открытия, окропленные кровью. Я хочу сжечь проклятую книгу. Что думаешь? Она поможет вылечить все, от нарывов до переломов. Сохрани ее. Мы проливаем кровь на воинах, чтобы спасти тех, кого любим. Для Фридесвиды эта книга – поле боя. Королевство. Может и так. Мертвых уже не вернуть, но их жертва не будет напрасной. Я пойду к собору святого Павла, попробую разузнать о компасе. Спасибо за все, Брога.
и пройцу! Привет. Такого у меня много. Закупаешься с умом. Спасибо за покупку. Больше ничего? Ich kann das Fahrzeug nicht. Wie ist das dann? Ich
Dominus Altrum im Sacrament. What be cometh? Люндена. Они погубят Люнден. Помяните мое слово. Смерть узурпаторам! Ривы, глупцы! Hmph.
Сестру Фриды с виду убили. Где была ваша стража? Ты слышишь, Эрке? Это из-за вас. Да это все обман. Ривы сами же триггера и прикончили. У вас там скверные гости. Эйвор, мы не видели, как ты вошел. Вы были нынче в городе? На улицах явно что-то назревает. Я слышал крики. Смерть Авгаса и Фридесвида многих разгневала. Будем надеяться, что и компас в их числе. Не сомневаюсь, но готовы ли мы сами? Давайте повторим все, что нам известно. Наместника Триггера убили люди из его круга. Те, кому он доверял. Авгас, Стрела. Наш брат по оружию. Он хотел отдать Люнден ордену. И монахиня. Еще один удар в спину. Святая сестра Фридесвида пользовалась городом, как лавкой мясника. Ваш епископ уже принес извинения от имени церкви. Пора готовиться к встрече с компасом. Давайте еще раз обсудим все, что у нас есть. Да. Пустилась в небо перьев жало, пиявка напоила воронье. Теперь нам ждать, покуда не вернется коня волны хозяин, чтобы отомстить за павших воинов. Так-так, гляжу, кто-то вкусил мед Одина. О чем думаешь, Стоу? Мы знаем, что компас моряк, капитан из земли франков. Он явно не обрадуется, узнав, что его корабль дал течь. После смерти пиявки и стрелы он захочет отомстить, но мы не знаем, как и когда. Выследить его иначе нельзя. По мне, он попросту трус. Горите в своем аду, ривы! Мы в ловушке! Здесь есть другой выход! Наверх! Там есть окно! Оно слишком высоко для них! Полезу я, а вы выбивайте дверь! Эйвор, беги наверх! Наш час еще не пробил. Идем. Thank you.
Отдохнем. Идем. Воздух. Кажется, все. Пора уходить отсюда. Посмотрел на город с крыши. Видел в гавани новые корабли. Это компас. Сволочь. Мы можем воспользоваться спрингалдами Авгаса и осыпать захватчиков градом стрел. Лучше обойти их с фланга и добраться до кораблей. Если только мы обезглавим этого зверя, люди Ордена дрогнут. Расправимся с компасом. Его смерть — наша победа. Я приведу тебя к нему. Сквозь тростник, как Моисей Стоу. Сегодня ночью все закончится. Боже, храни нас и направь наши мечи. Не глупи там, глаз совести. Мы скоро встретимся, Эрки. Обещаю. За мной. Я знаю прямой путь на пристань. Обойдем их с фланга. Здесь, так тебя не заметят. Помогу тебе, чем смогу. Расправь крылья, Сёнин. Yeah!
найдем их... Господь на память! Ты заплатишь! Значит, вот этот компас. Этот может перейти море вброд. Уничтожено! Что? Никто не поможет своему господину? Осталось, надо сломать, как капризное дитя. Будь проклят, Люнден. Боудика правильно поступила. Сожгла эти кирпичные сараи. Такое яркое пламя. Просто чудно. Ну что, будешь править на пепелище? Починишь людей своей воле? У тебя есть власть. Ты ее заслужил.
В Люндоне мне нечего больше делать. Хватит. Ха-ха! Люнден — это только начало. Твоим кораблям не достичь границ влияния Ордена. Не забывай, Триггер, старый друг. Море дает богатство и славу. Но ты лишь раб его прилива. Мы эти приливы. Ты где? Тот, кому мы столь многим обязаны. Вид у меня, как у полудохлого пса? Не полу, пожалуй. Но кровь на клинке все искупает. Компас мертв. Люнден ваш. Делайте с ним что хотите. Мы все отстроим. Утешим семьи, укрепим стены. И меньше дерева, больше камня. Не смешно, Эрки. Хочу помолиться в тишине. Помолимся вместе. Что ж, до встречи. Надеюсь, вы мне поможете, если будет нужда. Ты хотел найти в Люндоне друга, Эйва. Нашел двух. Да, Брога. И еще кое-что. Серебро для твоего вороньего гнезда. Триггер подарил мне этот браслет. Но ты заслужил право его носить. Спасибо, Эрке. Это честь для меня. Thank you.
Кажется, ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Здравствуй, Эйвор. Добрый день. Люнден с нами. И Ордена там больше нет. Хорошо. Хайсон будет рад. Интересные вести. Король Тролвульф отправил Келберта в Широпшир. Хочет сделать его тамошним элдерменом. Рад за него. Келберт справится. Он ведь столькому у тебя научился. Я научила его лишь основам. До остального придется дойти самому. Надо обсудить с Хайсомом новые цели. Посмотрим на карту союзов. Я получила весточку из Ноттингемшира, что на севере, от твоего друга Вилли. Вилли? Не слышал о нем зим 10, если не больше. Как он? Неплохо. Вилли приглашает тебя на пир и празднество в честь его отца, Ярла Хеминга. Что ж, я согласен. Рад буду повидаться с Вилли. Стоит напомнить, что его отец, Ярл Хеминг, стал бы ценным союзником. Навестишь их? Даны, что напали на нас, пришли из Восточной Англии? Да. Они служат человеку по имени Рут. Похоже, он сеет раздор и среди саксов, и среди данов. Сыновья Рагнара давно хотели успокоить те земли и поручили некоему Финеру найти короля из саксов.
Но с тех пор королевство пришло в упадок. Короля так и нет, а народ страдает от жестоких набегов. Предлагаю отправиться в Восточную Англию и во всем разобраться. Значит, пора на восток. Поговорю с этим Финером лично. Прекрасно. Поговорю с Хайсомом. В Люндоне все люди Ордена мертвы. Его власть там ослабла. Рад это слышать. Только праздновать рановато, потому что теперь похожая беда в Йорвике. Йорвик в руках норвежцев. Найти там союзников точно будет куда проще. Славно, что ты не унываешь. Поговори с Рандви, чтобы отправиться туда. У меня есть вести, но они вряд ли тебя порадуют. Вот как? Помнишь Горма, сына Кьотви? Он недавно занял место отца в Ордене. Интересно. А Горм сейчас в Англии? Он теперь тоже в нашем списке? Да, нам нужно его убить. Но он сейчас не в Англии. Его надо искать на Западе. В крае, что зовется Винланд. Несколько веков назад его открыл ирландец Брэндон. Орден Древних недавно заинтересовался Винландом, но я не знаю, по какой причине. Я все выясню, но сперва убью Горма. Говорят, Винланд далеко. Путь туда долог и опасен, а искать врага там можно неделями. Хайсом, меня это не пугает. Мы с Рандви придумаем, как туда добраться. Тебе нужно что-то еще? Мне уже пора. Ступай с миром. Это ты, живака? Посмотрим на карту союзов. Ты говорил с Хайсомом о Винланде? О, да. Чудно. Я отметила это место на карте, по крайней мере, примерно. Скажи, когда соберешься в путь. Thank you.
Винланд. Как думаешь, слухи об этом месте не врут? Не знаю, но есть женщина, готовая туда отвезти. Говорит, что бывала там. Если она готова проделать со мной долгий и опасный путь, я ей верю. Ее зовут Несса. Она будет ждать тебя на причале. Что ж, тогда в путь. Горм Кьотвисон умрет там, где его не найдут валькирии. Путь предстоит не близкий, Эйвор. Береги себя. Эйвор,